К сожалению, пропаганда не то, чтобы явление российское, она есть во всех странах. Другое дело, что в авторитарных странах у пропаганды гораздо больше возможности доносить информацию и нет альтернативных точек зрения. В то время как в демократических странах на одну пропаганду вы всегда найдете другую. И в этом конфликте у всех участников и неучастников, наблюдателей, есть свое фреймирование происходящего. Свой фрейминг осуществляет Израиль, свой фрейминг у Палестины и сектора Газы, свой фрейминг у Хамаса. Свой фрейминг есть у западных стран, хотя там их много, да, есть правый фрейминг, есть левый фрейминг.